Молодая территория с богатой историей. В этом году Ивановский район отмечает 90 лет. Торжественная часть состоялась в среду в филармонии. Всю развлекательную программу оставили на 1 июня. А пока на ассамблею выдающихся людей пригласили более 300 гостей. Сегодня в муниципалитете проходит ассамблея выдающихся людей, на которую приглашены почетные граждане Ивановского муниципального района. Люди, которые в разное время были награждены различными наградами, медалями, кто свои заслуги получил в разное время, в том числе и всероссийские награды, а также делегация от всех сельских поселений. Чем богаты и славятся поселения района, а их 11, все представлено на выставке. Продукция сельхозпроизводителей, изделия народного промысла, пищевой промышленности и многое другое. Комфортно работается на территории Ивановского района и крупным предприятиям. ООО «Верхневолжский СМЦ», группа компаний «Депос», работает уже более 15 лет в Ивановском районе и чувствует себя в полном комфорте. Всегда на связи с муниципалитетом, то есть постоянно в развитии. В прошлом году увеличили свои площади благодаря совместной работе со всеми службами. То есть закрылся вопрос с совхозом «Тепличный», соответственно, площади в будущем будут служить Ивановскому району как территория развития промышленности. Самый трепетный момент торжественной церемонии – объявление почетного гражданина района. В юбилейный год им стал Сергей Машин. Работе в муниципалитете он посвятил 39 лет. С 2006 года, как я приступил к обязанностям главы поселения, я стараюсь приводить свое поселение в порядок, более развивать еще более богданское поселение. Еще 5 человек получили медали за заслуги перед Ивановским районом. Среди них медики, работники культуры и села. Все те, благодаря кому муниципалитет крепко стоит на ногах и уже не один год сохраняет лидирующие позиции в регионе по ряду показателей. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.